едем по каменной дороге. Ого. Ой, тут. А вон и лошадки здесь. Рядом с храмом видел, и там здание. Там, видать, служители жили. Куда-то потом ушли. Перестали службу вести. Что-то произошло. А что? Знает только история. Ну, а мы едем, вот изучаем историю. И делимся с нашими подписчиками. Как приятно ехать. Окна открыли. Свежий воздух. И вот еще один храм. О, я помню тот храм. Дальний. Вот к нему мы едем. В таких живописных местах были построены вот эти два храма, нижний и верхний. Те, кто строил, их знали, где строить. Смотрите, какой вид. Там вот по лестнице на скале лик, по-моему, святого. Виктория ходила туда. Мы здесь уже тоже второй раз. Кто там, Вик? На скале, ты говоришь, там кто-то выбит. Вика, на скале кто там? Изображен, не помню. Вот туда ступеньки. Где-то там в лесу. Ну, откуда она знает? Ну лицо чье-то, от чьего она. Смотрите, как здесь хорошо. О. Дуб. Под этим дубом я посижу вот здесь. Видите? Ох, присяду и предамся тишине. Вот он, этот дуб. Здесь я посидел минутку. Потому что камни холодные. Ну, а там на выходе сидит, хотел сказать, дядечка. Скорее всего, он уже меня
Ну, человек, который хочет, чтобы ему дали денежку. Собачке на хлеб можно дать? Возьмите. С вами ваша собачка, да? Не. Оттуда, откуда-то пришла. А я думал, ваша. Так, ну что... Ну что, мы едем дальше. О, девушка симпатичная стоит. Поехали. Не хочет. Садитесь, довезу. Сади. Поехал я тогда один. Пусть остается здесь. Может, ей понравился. Вот тот дядечка, который там сидел, которому я дал денежку. Может, хочет с ним поближе познакомиться. Пойду разбираться. Где она там? Я сказал, пока три раза не обойдет вокруг, она не уйдет. Она все детально изучает. Вот, все таблички. Все, все, все. Это я осмотрел и поехал. Нет, она... Самый настоящий историк. Едешь? Нет. Остаешься? А вон там дяденька. О, точно. Я вот подозревал, что ты к нему неравнодушна, к тому дяденьке. Где он тот дяденька? Вот он сидит. Ждет свою тетеньку. Возвращаемся. Вот он. Этот храм. Нижний. Были в верхнем. Места, конечно, живописные. И все это недалеко от дома. То кто-то едет за 3-9 земель, за какие-то заграницы. Когда здесь есть все. Иногда мы дальше своего носа ничего не видим. И куда-то мчимся, куда-то едем. Да, Виктория? Да, Викторовна? Да. Она все вот тут рядышком. Счастье. Вот, протяни руку. Вот она, счастье.